нас поле. Да, да. Вижу. На дальней гряде. Минус. Он по кому-то стрелял, там тут, наверное, еще есть. Не, у нас уже. Топорист. Не трогай, не трогай, вид. Убил. А, 15 убивать, что да? 15 штук. А, я не знал. Мышь траншейная. 19 уровень, кстати, это мышь траншейная. Даже без топора бегает. Ну тяжело, видимо. Ну. То есть это точно топор потеряет, страшно же, бля. Что тогда делать-то вообще непонятно. Нет, без топора? Надо просто у бота забрать нож, ставить. Ага, в натуре. Ты же можешь с бота нож вынести потом и продать. Продать его за 1500. Блять, в натуре. Надо ролик сделать с гайдом, короче. Как правильно лутать за топора. Зарабатывать. Угу. Где пистолетчик мой? А, понял. Где-то по мне, да? Смотри, вот отсюда. Убил одного. Еще бежит. Ой-ой-ой, это эти придурки. Я зашел в крытый. Блять, он по мне через стену стреляет, дурачок. Я же за стеной. Ты живой? Да. На бревнах он где-то там. Либо у суицида. Бачу его. Нашел? По мне с новой. Да. Ты у суицида? Да-да-да, в карте. Вижу тебя, вижу тебя, да. Где-то на новой, прям за суицидом туда, в поле. Да, я понял. Левее чуть возьму, за поваленный. Ну не похоже это на штурма, и он там не. Вряд ли. А вот это штурман, по нему, может быть. Да. Давай с тобой. У нас Мосинка еще на кратере вроде. Или где это? Либо дальше. ДДХ? Нет, СКС. Блин, сбегаю-ка я, наверное, туда вот сразу. Мосинку-то кратер? Посмотрю. Ну, где-то то ли кратер, то ли левее кратера. Давай, с тобой, чтобы не разделяться. О, да. Он как края нам пошел. Блять, я его пробежал у дерева. Хана ему. Попался, блин. You are going down and... Так. Что у нас получилось? 5 за один рейд пойдет. Нормально. Еще 3 вот так, и квест готов. Я кинулся к машине. Не ты работал? Нет. Видел, он, кажется, его. Да. Реально у воды, походу. Я от машины иду к воде.
там бот ходит. Ну, бот там точно ходит, орёт один. А вот этот чувак, походу, да, с Мосинкой, вижу его. Бля, закус зашел. Забегает в дворик. Ботов вот сейчас убивает. Минус. Не убивай, если можешь. За одинок. В один лутает перед машиной, второй за будкой. Три секи на старом? Да, одиноком, да. Либо это бот скрючился у машины, а второй за это, за будкой выбежал. Вижу, потом... вижу. Точно двое было? Один. Убил. Забегаю сзади, панк. Я думал, что это этот, он сидел, лутал. У машины у двери. Труп. А это. Ну, я думал, что он живой, а он труп. Как живой, но не живой. Да, вот как вот живой, только вот не живой. 41 уровень. Прострелом ему дал. Ой, бот на меня орет. За юсеками. Не видно тебя? Бил на втором камне одного. Я подхожу по лату. Так, аэроснайпер подарил подписку роверу. Спасибо, благодарю за подарочную. Спасибо за поддержку. Сейчас мы ходим втроем. А у нас вся карта лутана, оказывается. У меня два типа спустились с кратера. Понял, иду. В какую сторону? В сторону лобби. Мой кот 7 килограмм весит, но это живой кот. Шел его, блин, наконец-то. Чем он был? Ну, болтовка, пистолет. Значит, не ошибся. Доль воды его нет. Он вот тут. Где тут? Ну, в углу, где этот, еда. Забегаю. В столах? Да. Это в углу. Убил. Через ящик прострелил. Я хожу. А, вон к мэту тут подошел. Хит от меня получил и побежал. Паркисон? Да. А вон это, вон. В наглую тут проспикиваю. У платного камня кто-то. У этого. Вижу. У камня. Вижу. Бежь? Да. Убил. Хорош. Угу. Двое. Один убегает от платного камня направо на новую территорию. Понял. Ремянка есть свои? Нет.
Он ушел, убежал или там где-то сел? Видишь? Убегает, убегает. Дороги подходят. Меня увидел, умер. Мурзилка. Ладно, никому не нужна. Но надо, по сути, да. Ох, калак какой модный у типчика. Прям модный? Если хочешь, забери, раз тебе дам. Раз ты хочешь с калаками. Так, все, берем новую снайпу. Доделан квест. Отлично. Можно было и быстрее сделать, что-то людей было мало в рейдах в тех. Я первым же рейдом убил 5 человек, а надо убить 15. То есть по факту надо было сделать 3 рейда, но не повезло на наличие соперников в рейдах. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.